Всем привет, друзья! Это шоу «Однажды в России». Шоу о стране с самыми позитивными гражданами. Смотрите, с одной стороны, на Россию наложили небывалое количество санкций, что плохо, но с другой стороны, по их количеству у нас первое место. А? Как всегда, с нами Тим Иванов. Сегодня в выпуске вы увидите, будет номер про приобретение новой квартиры. Кстати, в нашей стране это такая парадоксальная ситуация. Казалось бы, твоя жизнь становится лучше, но беднее на ближайшие 15-20 лет. Следом за ним покажем номер про подарки родителям. Родителям же все подарки нравятся. Даже камушек из моря, который больше на задницу похож, чем на сердечко. В завершении заглянем к мэру в провинциальный город Землегорск. Городок настолько небольшой, что его жителям перед сексом на всякий случай приходится проверять, не родственники ли они. Ну а завершит все советское трио Шиков, Блесков, Красотаев и рэпер Скриптонит. В своей композиции они расскажут о том, почему раньше песни были лучше. Все просто. Раньше не было денег, тачек и тёлок. Просто когда все это есть, кого вообще волнует замечательный сосед и что тебе морской по нраву дьявол? Это шоу «Однажды в России», новый сезон. Давайте начинать, мы поехали. Здесь просто не верится, Валера, наша новая квартира, да? Как же здесь хорошо! Ну да, уютненько, не соврать, конечно. Парижский вайб такой от места чувствуется. Надо только это, на замок закрыться, а то вдруг эскортницы набегут. Ну ты чё, такие апартаменты, блин. Не, ну хорошо, прям заходи, живи. Если ты машкара, конечно. А если ты человек, то нас нормально так нагрели, Кать, на 10 миллионов. Никто нас не нагрел, это просто новая квартира, новые все так выглядят. Ты что, хочешь сказать, что я заплатил 10 миллионов за вот эту вот бетонную гадину на четвертом этаже? Кать, у меня в детстве в таких местах бомжи ворон варили. Ты мне здесь жить предлагаешь? Ну серьезно, ну глянь, ну как будто наша квартира, ну не прогрузилась. Валера, я думала, ты смотрел на сайте проект квартиры, когда ее покупал. Что удивительного тебе? А, да не было же времени, я же это, как ее, работал, Катюх. Чтоб заработать на вот этого вот ублюдка из цемента и гофры. Ты что, не заметила, что мы с тобой вообще-то полтора года вообще не виделись? Я от излучений монитора зацыганел, Кать. Я же раньше, вспомни, я рыжий был, как ирландец. Высокий, с веснуш, как Чеботков. А сейчас что? Не, давай ты скажешь просто, что мы ошиблись, мы зашли не в нашу квартиру, а в канализацию из Марио. Вот что-то такое-то. Нет, Валера, это наша квартира, просто она пока еще без отделки. А, смешно, Катюх, смешно. А если вспомнить, что это еще все и в ипотеку, то вообще обоссака. А если вспомнить, что в долларовую, то вообще истерика, Кать. А если учесть, что до метро 40 минут, то вообще полуфинал высшей лиги, блин. Метро, кстати, здесь рядом строится. Строится? Да. А квартира прям готова, Катюх. Прям, что тут осталось? Обойки поклеить, фотографии наши развесить и все. А, не получится. Стен нет, Кать, стен нет. У нас унитаз стоит просто в углу. А я специально брал квартиру с двумя санузлами, чтобы больше никогда в жизни не смотреть, как кто-то какает, когда я купаюсь. Квартира с ремонтом, Валера, стоила бы на 3 миллиона дороже. Но из плюсов таких маленьких в ней можно было бы жить, Кать. А не только водку глушить на ящике, блин, с газеткой. Я тебе говорю, сделаем мы тут ремонт, все будет классно. Опять смешно, Кать, опять смешно. А ты цены видела? Ты видела, что сейчас все деньги как будто обратно в миллионы перевели? А только зарплаты остались в тысячах почему-то. Да хватит бубнить, господи. Уже купили, Валер. Вот сейчас прораб придет, попробуем договориться как-то, чтобы подешевле сделал. Так. А это у нас что? Ага, понятно. Так. Ну все, понятно. Ремонт стоить будет 29 миллионов. Здравствуйте.
А, здравствуйте. Да, здравствуйте. Извините, что я сначала заметил, сколько миллионов я могу заработать, а потом вас. Да. Так, окна, окна. Ага, понятно, менять надо. 4 миллиона. Может быть, мы познакомимся сначала? А, Денис. Так, душно здесь. Вентиляция. 11 миллионов. Денис, меня зовут Катя, это Валера. Ага. Кондиционер, так, не повесишь. Надо с коридора будет вести. 17 миллионов. Да прекрати ты миллионами разговаривать. И делать вид, что ты что-то ручкой померил, блин. По тебе же видно, что тебе никто никогда таких денег не давал. У тебя вон проволока вместо шнурков на кроссовках. Тебе слово «чумазый» подходит. Вообще ощущение, что на 23 февраля придумали дарить трусы и носки только из-за тебя. Чё ты мне предъявляешь, ёлки-палки? Ты новости видел? Видел. Цены вон растут быстрее, чем чужие дети. Кстати, как вам аллегория? Мне просто очень близко, да? Я королеву ж взял с 5 детьми. А там кони такие, блин, мы макароны мешками покупаем. Кстати, пока я говорил, окна подорожали. 5 миллионов. Так, Катюх, ну что получается? Мы купили квартирку, и чтобы сложить все миллионы, которые он сейчас говорит на ремонт, нам нужен какой-то китайский вундеркинд. Ага. А ты у нас визуализатор аккаунтов в соцсетях. Ну, так. Да. Это получается мне где-то все заработать надо, да? Хотя бы на окна. Чтоб, если я захочу выпилиться, чтоб хоть красиво уйти. Слушай, пока ты рассказывал эту душераздирающую историю, ремонт будет стоить 57 миллионов. Вам 56 сделаю. Так, ну пока такое выгодное предложение, наверное, надо соглашаться, Катюх. Только вы смотрите, рисуйте все по максимуму, чтобы главное красиво было. Так рисовать не я буду. Я ж вам только за свои работы сказал сумму. Что? Рисовать будет дизайнер. А там теханка такая мощная, у нее и макбук, и куртка двухсторонняя есть. И стаканчики из-под кофе она выбрасывает. Там, знаешь, сумма будет... Там придется телефон вот так поворачивать, чтобы вся сумма поместилась. Где-то 4 триллиона рассчитывайте. Кать, ну 4 триллиона... А над нами не знаете, кто ремонт делает? А, это Абрамович. Он Челси продал, решил поэтапно. Вот кухню сейчас делает. Так, Катюх, ну у нас Челси нет, поэтому я и в это окно выйду, Валера, если что догоняю. Валера, не Валера. США и Европа ввели против вас санкции. Они заморозили все ваши заграничные счета и арестовали всю недвижимость. Какая недвижимость арестовали? Это же недвижимость! Как ее арестуют? А не двигается! За что ее арестовали? Двинулась, что ли? Мы не с пустыми руками, Елена Петровна. У нас для вас подарок. Да. Ой, да? Какие там подарки, не нужно мне. Надо, идти. Надо. Главное, чтобы вы были здоровы. Надо. Сыночка! Сядь! Ага. Мама, вот тебе подарок. Ну чё, поздравляю тебя, Катя. А меня с чем? Ну как, Катя, если мне старый подарили, значит тебе новый купили. Привет всем моим людям. Привет телезрителям. Мы находимся в этой, как ее, столице вот этих вот лошадей с длинными шеями. Как их... Ну, короче, в этой... Как она называется? Ну, там где много-много еще снупдогов. Как они? Мы в Африке. Миша, ты как что-нибудь скажешь, хоть стой, хоть падай. Ну, хорошо, пусть будет в Африке. Лицо как будто зубы. Двигаюсь как будто арты. Это моя музыка. Папа говорит, что раньше были песни лучше. Папа говорит, что раньше были песни лучше. Ну, конечно, были лучше песенки, ведь их раньше пели люди с гнесенки, в них понятные слова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, в них была даже флейта. Дети.
Мам! Ой! 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 Сыночка мой, блин! Сыночка мой, блин! Здрасте! Ой, мой сыночка! Здрасте! Ой, какая я радая! Сыночка приехала! Мой сыночка приехал! Здрасте! И Катя, и Катя! Сыночка приехал! Весь такой приехал! Я ж вас не напугала, вы ж не уедете. Нет! Вот и хорошо, сыночка! Мы, кстати, мы не с пустыми руками, Елена Петровна. У нас для вас подарок. Да. Ой, дай. Какие там подарки, не нужно мне. Надо, ничего. Надо. Главное, чтобы вы были здоровы. Надо! Сыночка! Сядь! Ага. В общем, дорогая мама, ты дала мне все. Ты воспитала меня от... До «Добрый вечер, меня зовут Никита» и... Жизнь, да? Жизнь. Ой, да. Поэтому, мама, вот тебе подарок. Да мне? Тебе. Этот... Ой, а... это же iPhone 6C! S. 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 Ну чё? Поздравляю тебя, Катя. А меня с чем? Ну как, Катя, если мне старый подарили, значит, тебе новый купили. А я вот говорил, я тебе говорил, это не мать. Это не мать, это рентген. Тоже просвечивает, да? Нет, тоже большая и дорога мне. Ну а что, действительно, я ж старая, зачем мне новая, да? Хотя, что вы ёживаться, а то сейчас и этот заберете, да? Мамуль, что-то не так? Почему? Сыночек, почему? У меня же другие ценности уже. Я старая, соответственно, телефон старый. И ценности у меня другие, старые. У меня чтоб ноги в тепле, чтоб здоровье было. Чтоб не как тетка Ленка циститом заболела. Не вздохнуть, не пернуть. А у меня цистита нет. Вот так, видите? Ну все, мы просто переживали, что тебе не понравилось. Да? А так ладно. Да нет, мне все понравилось. Охренели совсем? Вы что мне фуфло это все время привозите, а? Старая, хлам! А, я говорил, это не мать, это американские горки. Мам, что-то не так? Что не так? А вы вот как дома сидите? А слушай, а давай, зай, Никит, а давай, скорее всего, выкинем на помойку, и на помойку жалко. Давай матери отвезем, а? Вы так думаете? Извините, вы, наверное, на радость рассчитывали, а я тут со своими этими претензиями. Куда я пошел? Стоять. Что за коробка? Какая? Какая коробка? Это я принес пустую коробку. Это я бывает, когда я тупой, я ношу пустые коробки. И это вот тот день, когда я тупой. А надо мне же... кажется, что там что-то есть. Поставил сюда. Быстро! Это же мои любимые, вами поношенные вещи. Ой, это очень хорошая курточка. Была 2 года назад, когда я на тебе ее увидела и сказала, какая хорошая курточка, вот бы мне такую. Елена Петровна. А сейчас, значит, решили мне отдать ее. Елена Петровна, вы нас, конечно, простите, но какой смысл вам что-то новое покупать? Мы вам такое, когда дарим, вы сразу, да зачем? Чего вы выдумали? Зачем вы тратились? Не правда, да-да-да. Вот подарили тебе эту умную колонку. Год она стоит, и ни разу не пользовалась. Как? Что это я с ней? Я с ней разговариваю. Да? Да. Да? Да. Погода в Москве. Чтобы подключить умную колонку, скачайте приложение в интернете. Спасибо, и тебе хорошего дня. Вот так, все. Поэтому давайте, забирайте свое барахло и на легком катере отсюда. Микроволновку тоже забирайте. Между прочим, дверца не работает, я вот так рукой держу. У меня, между прочим, на этой руке волосы уже не растут. Ага. Ко мне вон девчата приходят на эпиляцию. Чем они только эту дверцу не придерживали? Маечки эти... понавозили размера Катькиного этого эмочки. S. Да пошли вы со своими S! Разыскались тут. Размер маленький, эти все картинки выцвевшиеся, потрескавшиеся.
тоже мне Rich Beach. Какая я богата, когда у меня HC. S. Заткнись. Ага, ага. Паразиты такие. Собирай коробку, собирай. Сына приехал! И Катя. Здрасте. Сына приехал! Ну ладно, если честно, я с самого начала слышал, что ты приехал. Я просто не выходил, ну, потому что... Ой, да говори, уже все слышат. Ну, какал! Ага, какал. Чё вы тут раскричались? Чё, вон! Хламанё свою попривозили опять. Ого! Ништячки! Нифига себе. Это получается родной сын родному отцу свои поношенные штаны привез. М? Иди ко мне. Батя. Супер! Это супер! Супер! Ну я прямо сейчас их и надену тогда. Давай. А, там для вас еще есть худи, Black Star Mafia. Худи. Чего, сына? Там для вас еще есть худи, Black Star Mafia. И тоже мне! Да. И их штаны, и худи. А, что-то выбирать надо. Но я тогда, наверное, штаны возьму. Нет, нет, это все вам. М? Это все тебе. Это... А что за праздник такой у меня, я не понимаю. Это же про... Слушай. Я подумал, что мне бы вот прям под штаны и под худи вот точно такие же кроссовки бы подошли. О, все, понесли сандалии Митю, как говорится. Мне вот палец, да, я его по локоть откушу, блин. Это я уже мечтаю, все, забудь. Бать, так они это, тоже тебе. Да я так и знал! Супер! Куда ты в этом супере пойдешь? В дурку тебе 46 лет, придурок! Да в том-то и дело, что мне 46 лет, мне плевать, как я выгляжу. Мне перед кем выкаблучиваться? Я с тобой уже, видимо, до конца жизни. К сожалению! Ну, не извини! Ага. Да хватит ругаться! Хватит! Мы же это делаем не для того, чтобы вас обидеть. Для того, чтобы порадовались, поулыбались. Все понятно, короче. Не нравятся вам вещи, не будем тогда дарить. Извините. Подождите, сыночка, Никита. Ну чё ж мы из-за вещей будем ругаться? Ну, честное слово, ну перестаньте. Ну мы же семья одна. Ну ничего, хорошие вещи, еще поносятся. Ну, давайте обнимемся. Давайте. Давайте. Вот и славно. Вот и славно. Ну, раз все хорошо, может, спросим тогда, Никит? Чего спросим? Мы просто уезжаем в отпуск на 3 недели. Можно пока нашего кота вам привезти на время? То есть это вы все из-за кота, что ли? Вот это все из-за кота? Твою-то мать, а! То есть после всего этого у меня еще и кот будет! У меня в 47... Что это вы мне одну вещь, батя, три принесли? Оставил пойди. На место быстро! Иди, Никита, не дай, Никита! Все, все! Это шикарно! Зараза такая, а! Не только против вас ввели санкции, против обычных людей тоже. Да ладно? Да. Против вот этих вот Пети, Алины, Иваныч, против них? А что у них отбирать-то, я не пойму. Деньги? Вот эти вот синенькие, где 50 написано? Ну что же, мы переходим к сегодняшнему испытанию. Вы должны будете отгадывать загадки. Если отвечаете неправильно, Миша будет вам прыскать в лицо мочой слона. Из московского зоопарка. Ну что ж, начнем с Руслана. Я готов, я ловлю. Без труда не вытащишь рыбку из пруда? Что, простите? Неправильно!
Да базара нет, ты правда нет. Да базара нет, хороших песен нет. Только моя музыка, нет. Только моя музыка. Ну, конечно, были лучше бенгеры. Сочиняли их и пели трезвыми. В них про дружбу и добро, и ни слова про бабло, и ни капельки хейта. Привет телезрителям! Мы находимся в этой, как ее, столице вот этих вот лошадей с длинными шеями. Как их? Ну, короче, в этой, как она называется? Ну, там где много-много еще снупдогов. Как они? Мы в Африке. Миша, ты как что-нибудь скажешь, хоть стой, хоть падай. Ну хорошо, пусть будет в Африке. Меня зовут Анатолий Цой. Поняли? Ну, я в этой маске был. Смотрели? Ну, на НТВ. Ну, тогда этот Хачук Меладзе, который... Константин. У нас группа была, М-бэнд. Там были я, это... И как их звали? Я был еще... Где Логика? Смотрели? Не, я не ведущий, я... Я еще в первом сезоне этого же шоу. Ладно, короче, я Джеки Чан из «Доспехов Бога», вторая часть. Я Алена Водонаева. Я обожаю плести интриги. Например, я 15 лет назад подговорила Олега Верещагина перестать следить за собой, чтобы к моменту съемок этой передачи он выглядел как бомж. Всем привет! Меня зовут Руслан Нигматуллин. Если мяч пинают, я его ловлю. Я вратарь. Но еще я и диджей. У меня есть забавный случай. Однажды шел матч... Я стоял на воротах, ждал, когда на меня побегут. И на меня побежали и пнули мяч, и я его поймал. А еще один раз я включил музыку, и все танцевали. Это я уже был диджей. Меня зовут Валя Карнавал. Вот так я выгляжу без фильтров. Сегодня наших звездочек ждет новое испытание. Но главное, чтобы после этого испытания у наших звездочек не появились звездочки над головами. У меня чуть глаза не вылетели от смеха. Ой, ладно, напомню, что в прошлом выпуске нас покинул Олег Верещагин после испытания, в котором ему надо было засунуть голову в зад жирафа и громко читать скороговорки. А вот и наши звездочки. И их метнули не ниндзя, они пришли сами. Миш, ну не всегда смешно, иногда ты промахиваешься. Но не сейчас! Ниндзя, это вообще что? Приветики! Ну что, как вам здесь? В этой, как ее, в этом... земельном помещении? Можно я? Здесь... Очень тяжелые условия. У меня осталось всего 30 увлажняющих масок для лица. Матрас слишком мягкий, Wi-Fi вообще не грузит. Нам сказали, что мы должны сами добывать еду. Из пакетов с едой. Я подговорила Цоя, что он директор завода Huawei. В этом году камеры наши телефоны стали гораздо лучше. Я уже рассказывал, как поймал мяч. Ну что же, мы переходим к сегодняшнему испытанию. Вы должны будете отгадывать загадки. Если отвечаете неправильно, Миша будет вам прыскать в лицо мочой слона. Из московского зоопарка. Ну что ж, начнем с Руслана. Я готов, я ловлю. Без труда не вытащишь рыбку из пруда? Что, простите? Неправильно! <с
Следующий вопрос. Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит? Но это же не вопрос, это пословица. Неправильно! Неправильно! Олечка, по-моему, ты что-то перепутала. Ой, ну и ладно, не хотите, давайте, ладно, другой конкурс. Ладно, этот конкурс не считается. В смысле не считается? У меня лицо в моче слона. Из московского зоопарка. Ну что ж, перейдем к нашему следующему заданию. В этом испытании вы должны на ощупь определить, что находится в этой коробке. У вас на это 7 часов. Время пошло. Так, ребята, ну давайте, ну что вы стоите? Ну, 7 часов. Давайте я, так. А что это? Что это что это? Это что, это фекалии, что ли, это? Понюхайте, это фекалии? Это фекалии, понюхайте. Да блин, подождите. Это же угольная маска для лица, попробуй. Нет, какой угольная маска? Это же гель для волос. Это гель для волос, чтобы волосы хорошо были. Да нет, это фекалии, вот, понюхайте. Время вышло. Придет через 15 минут. Вообще не поняла эту шутку. Так, ваш ответ? Это угольная маска для лица. Нет, это гель для волос. Наш ответ – это фекалии. Это фекалии. Неправильно. Неправильно. Правильный ответ – это фекалии сторожа слона из московского зоопарка. Пришло время переходить к голосованию. Я голосую против Анатолия Цоя, потому что он певец и его карьера на закате. Того и гляди, он тоже диджеем станет. А мне конкуренты не нужны. Я еле с Федункив справился. Однозначно Анатолий Цой. Я подговорила Валю Карнавал, что он японец. Толик Цой, без обид. Я проголосую за тебя, потому что я как-то один раз очень сильно отравилась роллами. Вообще, так плохо было. А я считаю, что если... Все, мы уже все решили. Покидает проект и остается в Африке Анатолий Цой. А все остальные возвращаются в Москву. Подождите, ребята, тогда я тоже голосую против Анатолия Цоя. Мне тоже в Москву надо. Мне там проекты, мне подкаст позвали. Я ж все-таки... Я ж певец. Ну что, ребята, это были «Звезды в Африке». И я, Михаил Галустян. Я веду эту передачу, чтобы рубить капустян. Вот это вот вообще не смешно, Миша. Даже не шутка. Неправильно. Это шутка. Ты больной? На тебе как санкции отразились? Ой, очень сильно. Футбольный клуб пришлось продать. Деньги зарубежных счетов теперь непонятно, как выводить, если это вообще возможно. Ну, а недвижимости, яхты вообще просто попрощаться с ними пришлось. Какие яхты, Катя? Ну, не мои, конечно. Я просто за людей переживаю, которые без яхты денег остались. Ты серьезно? Ты за них переживаешь? Да. Ты уникальный человек. Ты, наверное, единственный в этом мире, кто за них переживает, кроме них самих. Че ты говорю, бандит? Че ты там курю, бандит? Это моя музыка. Это моя музыка. Живи слова, как арбитр. Чуть-чуть типа говорит, это моя музыка, это моя музыка. Лицо как будто зуб болит, двигаюсь как будто артит. Это моя музыка, по
Папа говорит, что раньше были песни лучше. Папа говорит, что раньше были песни лучше. Ну, конечно, были лучше песенки, ведь их раньше пели люди. Сгнесенки, в них понятные слова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, в них была даже флейта. Азамат Ахирович, можно? Во-первых, Сашечка, с Новым годом, да? Что? С новым счастьем. Собака ты некультурная. Азамат Ахирович, а вам кажется, какой сейчас день? Ну, смотри, да, было 31 декабря, я выпил, лег спать, проснулся, выпил, лег спать, проснулся, выпил. И вот пришел ты, получается, 2 января, 17.30, правильно? Азамат Ахирович, сейчас середина апреля. Вы бухаете 3,5 месяца. Да ладно, серьезно? А я сижу что-то, думаю, что так сильно писать охота? Ни хрена себе. Вот это я затянулся, блин. Но это не рекорд, ты помнишь, да? Ну, давай тогда догонять планету, что тут у нас происходит вообще в этом мире-то. Ну, как сказать, навстречу будущему. Что у нас там вообще? Как, чем мир живет? Народ, что у нас там в городе? А, кино ходит? Нет? Что кино идет-то вообще? «Брат 2», Азамат Ахирович. Саша, чертяга, ты что, совсем уже сбрендил, что ли? Ты что, я тебе говорю, ты очень сильно перепутал слово «сейчас» и 2000 год. Я говорю, сейчас что идет? Какой «брат 2»? Или что, я, по-твоему, в другую сторону бухал? Азамат Ахирович, пока вы отмечали здесь Новый год, США и Европа ввели против вас санкции. Они заморозили все ваши заграничные счета и арестовали всю недвижимость. Какая недвижимость арестовали? Это же недвижимость! Как ее арестуют? Она не двигается! За что ее арестовали? Двинулась, что ли? Счета у него там заморозили. Там у меня такие счета! Саб-Зиро не справился бы замораживать. Азамат Ахирович, не только против вас ввели санкции, против обычных людей тоже. Да ладно? Да. Против вот этих вот Пети, Алины, Иваныч, против них? А что у них отбирать-то, я не пойму. Деньги? Вот эти вот синенькие, где 50 написано? И то, которые вот, ну, как минимум 3 штуки надо, чтобы, ну, хотя бы самые хреновые сигареты купить. Или что у них отбирать? Вот эту парикмахерскую Светлана? Которая сбоку дома, на 0,5 метра выше крыс. Азамат Ахирович, вы, наверное, ничего не понимаете. Я вам еще раз говорю, из страны ушли все иностранные бренды одежды. Все ушло. Да ладно, серьезно, все ушло? И вот эти вот лифаки? Какие лифаки? Ну вот эти вот в переходах женщины продают лифаки. Ну просто язык не поворачивается лифчиками их назвать, но лифаки. Чашка одна, не знаю, борща можно, тарелки две туда налить, ну какая нахрен. Сварить борща можно, блин, там. Если женщина его наденет, этот лифак, и сверху шубу, все равно видно, что она в нем. А сразу говорит, ты что, этот лифак себе купила, что ли? Я не знаю, там крючки эти на спине, там такие крючки, как, не знаю, как на стройке у крана нахрен. Вот эти лифаки тоже ушли? Нет, они остались, Азамат Ахирович. А что тогда? Может быть, тогда наши вот эти строгие костюмы? Вот эти, с отливом, цвета чистого серебра. Ну, ты понимаешь, про какие костюмы я говорю, которые, ну, если они по форме, только, я не знаю, они по фигуре только Спанч Боба нахрен, я не знаю. Кому они могут еще подойти? Спанч Бобу и какому-нибудь гаражу. Азамат Ахирович, это все осталось. Я имею в виду иностранные бренды. Так это нашим людям все похрен, это же не черное. Вот если бы этот Запад у нас рубашечку нашу, вот эту белую, у которой рукав и туловище по толщине одинаковые... А длина так вообще, я не знаю, даже шимпанзе бы подвернуло бы 4 раза. Только Пьеро в этой рубашке может сказать, мне норм. А вот если бы эту красавицу у нас отобрали бы, тогда бы я, конечно, сказал бы, да, беда, так что... Азамат Ахирович, из страны ушли все иностранные сети ресторанов быстрого питания.
Иностранные? Иностранные. То есть, по-твоему, директор ТЛМК последние 3 недели только ура кричит? Фильмы запретили все, Азамат Тахирович. Да ладно, наши фильмы! И вот этот про Шурика, где они хотели ограбить его склад, а он хотел их за это убить? По-моему, даже проткнул кого-то, одного из них, да? Того алкоголизм спас. Нет, все наши фильмы остались. Я имею в виду, что нам больше не показывают Бэтмена, Морбиуса. Понимаете? То есть Запад нам этот запретил Бэтмена, Макнаггетса и Зару, правильно? Правильно. Да. А у меня, сволочи, отобрали все дома и все бабки? Ни хрена ж несправедливо! Мы же все одинаковые вроде как, ты чё? Давай-ка у Катерины спросим, может, у нее тоже что-то отобрали? А то у всех Бэтмена, а у меня 7 миллиардов. Катерина! Да? Чё там делаешь? Косички заплетаю. Хрена себе, ты подмышки запустила. Иди сюда. На тебе как санкции отразились? Ой, очень сильно. Футбольный клуб пришлось продать. Деньги зарубежных счетов теперь непонятно, как выводить, если это вообще возможно. Ну, а о недвижимости яхты вообще просто попрощаться с ними пришлось. Все, с Катериной все понятно. Она на какую-то другую дешевую наркоту перешла. Все. Какие яхты, Катя? Ну, не мои, конечно. Я просто за людей переживаю, которые без яхты денег остались. Ты серьезно? Ты за них переживаешь? Да. Вот ты уникальный человек. Ты, наверное, единственный в этом мире, кто за них переживает, кроме них самих. Их нахер. Ну а что, такой же человек увидит меня потом и влюбится, и пригласит на яхте покататься, а ее арестовали. Влюбится? Угу. А что, я же телочка зачетная. И что зачетного в тебе, ну-ка? Ну, все при мне. А ну, что там при тебе? Ну, и грудь, и попа, и на мордашку симпатичная. Катюша, выворачивай карманы и давай делись своей наркотой. На мордашку она симпатичная. Что там надо с твоей наркотой делать? За губу закидывать? У вас же у всех бедняков... Вся наркота надо за губу закидывать. Ладно, Сашка, полететь-то куда-то можно хоть отдохнуть, хоть встряхнуть? Ну, кое-куда можно, Азамат Ахирович. Можно в Дубай, например. Ну вот же Дубай! А что ты мне нагнетаешь тут сидишь? Ну Дубай же можно. Поехали в Дубай, значит. Азамат Ахирович, там есть один нюанс. Там максимум можно взять с собой только 10 тысяч долларов. Сколько? 10 тысяч долларов. Больше нельзя. Кто это придумал? Кто это придумал? Кто ни разу не был в Дубае, что ли? Как нахрен лететь в Дубай с 10 тысячами долларов? Нахрена туда лететь тогда, если у тебя так 10 тысяч долларов всего? Ты что, просто пивка попить и обратно? Пешком в аэропорт? 10 тысяч долларов, ни хрена себе. То есть у меня забрали все дома и все деньги, а у вас хэппи мил. Правильно? Я больше на яхтах не покатаюсь, а вы... Джинсовый комбинезон с рюшами не купите. Я лишился своей беззаботной жизни, а вам карту МИР надо завести. Так, что ли? Не пойдет. Значит так, Саша, собирай всех людей из нашего города собирай, раздай всем по 10 тысяч долларов. И покупай всем билеты в Дубай. Пусть прилетят, туда привезут все мои деньги. А они там что будут делать потом? Не знаю, пусть что хотят, то и делают. Главное, чтобы деньги мои привезли туда, и все. И чеки, Саша, все чеки и все посадочные, чтобы мне отчитался. Деньги пусть потом вернут. Все, вперед. Многие спорят о том, когда было лучше, раньше или сейчас. Поэтому мы решились на песенный эксперимент и скрестили два поколения артистов. Встречайте, Вия, Шиков, Блесков, Красотаев и Скриптонит. Чё ты говорю, бомбил?
Че ты там курю, подбитый? Это моя музыка. Это моя музыка. Жи слова как арбитра. Чуть-чуть типа гоморитма. Это моя музыка. Это моя музыка. Лицо как будто зуб болит. Двигаюсь как будто артритма. Это моя музыка. Папа говорит, что раньше были песни лучше. Папа говорит, что раньше были песни лучше. Ну, конечно, были лучше песенки, ведь их раньше пели люди с гнесенки, в них понятные слова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, в них была даже флейта. Ну, конечно, были лучше венгеры, сочиняли их и пели трезвыми, в них про дружбу и добро, и ни слова про бабло, и ни капельки хейта. Да базара нет, ты прав, я нет. Да базара нет, хороших песен нет. Только моя музыка, нет. Только моя музыка, нет. Да базара нет, я вообще не то. Да базара нет, но помни ты кто. Где моя музыка? Тёлка нравится моя музыка. Папа говорит, что расчёлки были лучше. Папа говорит, что расчёлки были лучше. Ха. Ну, конечно, были лучше девочки, аспирантки, лаборантки, студенточки, знали умные слова. Не то что Валя карнавал, хотя попа ничего так. О-о-о. Ну, конечно, были лучше тёлочки, в телеграмме не сливали фоточки. Блок Есенин и Довлатов были им вместо донатов. Жаль, сейчас они тётки. Слушай, раньше солнце было ярче и стильнее брючки, зеленей была трава, а в твоем случае лучше. Короче, вырастешь, поймешь, что раньше было круче. Короче, вырастешь, поймешь, если, конечно, отпустишь. Все-таки раньше были лучше песенки, их писали не джиганы, а резники. И никто и никогда с нас не списывал бабла за подписку айтюнса. Очевидно, были лучше бенгеры, отличались максимально гендеры. Не курили в них кальяны, лещенки и бабаяны, и не чпокал продюсер. Это было шоу «Однажды в России». Пока. Все-таки раньше были лучше песенки, их писали не джиганы, а резники. И никто и никогда с нас не списывал бабла.